Всем взрослым, на этом мы продолжаем смотреть обнову на FNAF симулятор. В прошлой серии мы как раз посмотрели кошмарных аниматроников, ну точнее тех, которые уже не Nightmare Bonnie, а которые были вскоре потом добавлены. Это Nightmare Chica, Nightmare Fredbear и Plush Trap. За Plush Trap, кстати, прикольнее всего играть. Ну и бонусом заодно и посмотрели на той Чику, потому что мне один чувак писал в комментариях, да блин, как же нос-то чешется, а? Вот просто только начинаю записывать, тут же нос чешется, глаз зад и все тому подобное. Вот, чувак один написал то, что у той Чики есть какие-то способности. Тому как я поиграл за той Бонни, такой сказал, ну способности нет, значит на той Чики скорее всего тоже. Там есть какая-то способность с кексом. Я правда не понимаю, что она делает, так как не совсем разобралась, как ее использовать. Но сегодня мы посмотрим как раз таки на аниматроников с Sister Location. И начнем, пожалуй-ка, с Бэби. Вот, потом уже продолжим с Фредди, который за каким-то фигом засунул свою руку зад Бонни. А может это так и конструкцией было предусмотрено. Объект. Инсайт в офис. А, войти в офис, понятно. Ох ты ж, нифига. Нифига себе, какие мы огромные. Или этот потолок такой не... насколько я помню, этого аниматронка вроде бы... Вроде бы Эннард зовут, да? Блин, может... Она говорит то, что надо что-то зайти в офис. Мне кажется, или на какой-то клей-гуашь приделали к потолку и все. Вот мне чисто кажется, ну... Как бы у тебя своя атмосфера, зависает тут... все. Оу. А у меня один вопрос, а как я прошел? А, я могу просто вот так вот пройти, окей. Я вижу уже тут монетку. Вижу... Ух ты ж, нифига себе, это... Фантайм Фокси? Вот это нормально. Я знаю, может быть, ты у меня на превьюшку пойдешь, да? Давай, оба. Позируй, позируй. Так же, как Фокси позировал в первой серии. Так. Идти в смысле? И это типа все? Вся локация? А, то есть он сейчас в камеру смотрит, и я... Все, я не могу уже идти дальше. То есть охранник у нас где-то там. Окей. Оу. Оу. Вот как раз таки Фредди, за которого мы играть будем. Мне интересно будет, так какая у него будет способность. Кстати, а что за способность у нас на Z? Блять, мне кажется, ли у них глаза засветились? Блин, Бонни, с тобой все нормально? Чё-то мне кажется, у них глаза начали светиться, когда я вот это вот пропел или начал. Да блин, камеру-то выруби, говна ты кусок, а? Такс, камера активна. Давай вырубай уже, а? Задолбал в камеру смотреть. Чё-то этот охранник какой-то, я не знаю, вообще стрёмный. Смотрит в камеру и смотрит. Такс. А, это типа... Такс. А, ну я зато монетку взял. У меня была вот такая цель. Взять монетку и все. Я такой уже вижу то, что он на меня смотрит такой. Ну, мне надо было монету взять. Сейчас я к себе вернусь. В смысле, а что за аварнист-то растет? Типа, когда она подходит, срабатывает такая херня, что... охраннику очень-очень фигово становится. Потому что... Опа, опа, поросло. Та-та-та-ра-та-ра-тан. Чё смотришь? Блять, даже я сейчас подобосрался от этого скримера. Чего-чего ты там говоришь? Ладно. У нас, кстати, 279 монеток осталось. В принципе, ну, немного, но... Я думаю, то, что на следующую обнову, ну, не хватит, надо будет еще немного подфармить, но... Но на эту обнову мы уже всех почти... А, да, почти всех скупили. Мы не скупили еще Спрингтрапа, но я не знаю, там его смысл есть смотреть или нету. Потому что... Хотя, если Плюштрап стал как основной персонаж вот тут вот в ФНАФе четвертом, то какая способность появилась у Плю... Ой, это у Спрингтрапа. Или у него также осталось, но я не знаю, есть ли смысл тратить или нет денежки. Но мы сейчас поглядим на Фантом Фредди. Еее.
Давай. Ну, давай, нажимайся. Что-то у меня с этой игрой какие-то проблемы. То не хочет нажиматься, то еще что, то еще что. Так, объект, войти в офис, а затем войти в охранника. Ладно. Я так думаю, то, что мы сейчас встали. Ух ты ж, нифига себе. Go get M. Фига себе, у нас тут как няшно выглядит вот этот вот Бонни у нас на руке. Так, беспокойство у охранника растет. И я, кстати, хочу посмотреть, что же делает у нас это. Потому что вроде бы как способность связана с этим мелким засранчиком. Давай. И что? Это что за... Это что за переговор... Это что? Это что такое? Это что было такое? Что за переговоры были? Типа, давай я ему пойду, ебало, начищу. Такой, да, окей, иди. И все, и пошли. Чисто, что думать-то? Не, я хочу еще посмотреть на скример от самого Фредди. От самого Фредди, так. Вот он, Фантайм Фредди. И думаю, то, что на этом серию как раз и завершим. Да, мне кажется, то, что она где-то или 5 минут, или около 10 минут, короче говоря, будет. Посмотрели Бэби, посмотрели Фредди, посмотрели, как вообще убивает вот этот вот милый плюшевый аниматрон. Кстати, мне кажется ли это какой-то или брат, или собрат плюш-трапа, только синего цвета. Так, есть. Блин, чё-то охранник очень резко мотает камерой, такой удум. Дум. Мне кажется, то, что я пока... Здрасте. Блять. Все, ты меня не видел. Ты меня не... Да ты задрал, блять. Я только подхожу... Вот Фонтайм Фокси, а? Вот скажи этому охраннику то, что он охерел. Вот просто скажи. Давай. Оп. А, блин. А я могу, кстати, насрать на то, что он, типа, камеру активировал. И пробежать за вот это вот, мелкого. Сюрприз, сюрприз. Нифига себе. А я, то есть, типа, часть его руки у себя в заднице оставил, или что? Или я... Или Фредди этот, как капитан Крюк, только... Так, здрасте. А что читаете? Новости по COVID-19, да? Можно с вами почитать? Да. Да, нам вот весело, охраннику не очень. Мне кажется, он неделю будет на толчкане сидеть и страдать от, не от запора, а от кое-чего другого, противоположного. Ну, вот такая вот серия получилась, такой вот смотр обановы. Я не знаю, наверное, выложу вот эту вот серию даже... А, нет, даже на следующий день после вот той первой серии по осмотру этой обновы. Ну, а на этом как раз все. С вами был Найт. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока!